Скворцов оформляет дубль. Классный удар. Забивает Азявин на 4-й минуте. Что я говорил? Как же здорово влет здесь сработал. Пошла подача. Здесь Тиняев. Прострел, удар, поворотом и гол! Вот это комбинация! Вот это гол, красавец! Александр Тиняев, его тезка, выполнил подачу вдоль ворот. Подачу резкую, хлесткую. И никто не смог на нее отреагировать. И почему-то никого не было рядом с Александром Перчонком. И вот там как раз, возможно, самые невероятные результаты. Блестяще. Все, это символичный очень удар, который, по-моему, снимает все вопросы относительно победителя. Скворцов оформляет дубль. Классный удар. Первые два гола – это следствие ошибок, наверное, прежде всего защитников футбольного клуба «Машук» Кавминводы. А вот этот мяч – это плод высокого индивидуального мастерства Алексея Скворцова. 47-й Ильнур Габдуллин, 4-й. Это Дмитрий Михайленко, 27-й Владимир Есин, 21-й Данила Янов и забивает! Забивает Азявин на 4-й минуте. Что я говорил? Защитники, вы чего комментаторы не слушаете? Азявин 6 мячей забил, приехал. Вот так устал в автобусе добираться, что решил сначала сразу порезвиться. Играл как самый старший палат. 3 гола в конце. Это во-первых. А еще самое важное, что 4 удара в створ, и все они завершились забитыми мячами. Еще момент. Хороший какой гол! Забивает Даниил Котельников. Не зря мы про него немножечко поговорили. Прям комбинации. Марков. Голевая передача. Ну, как же попал. Как же здорово влет здесь сработал. Игнатович как раз-таки с Клементьевым они были пара центральных в дивизионе Б по спяткой. И как раз-таки нужно завершать Денису Файзулину выхода на вторую половину. Смотрим, что здесь было. Рыпаков проиграл борьбу. Маркин пяткой, конечно, здорово убрал как раз-таки вышедшего Игнатовича. И здесь Файзулин один против Рыпакова.